Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан является органом исполнительной власти Республики Дагестан, осуществляющий функции по разработке и реализации мер государственной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства, презентационно-выставочной деятельности по формированию благоприятного инвестиционного климата. В Хасавюрт прибыла делегация из числа представителей данного агентства для информирования всех предпринимателей. Заместитель руководителя агентства Гамит Магомедов рассказал, что из себя представляет внедрение стандартов инвестиционной привлекательности. Что такое стандарт? Если говорить на простом русском языке, это те условия, 11, так сказать, пунктов, которые необходимы для того, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно на территории того или иного муниципального образования. Но я считаю, что в таком торговом активном городе, как Хасавюрт, это все мало того, что должно быть внедрено, но еще и должно работать. А работать это все будет, если все-таки предприниматели будут более активны, будут все-таки знать свои права, будут требовать и так далее. Агентство в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие с предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в установленной сфере деятельности. Агентство реализует государственные программы Республики Дагестан, одной из которых является развитие малого и среднего предпринимательства в Дагестане. Создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. Приняты законы Республики Дагестан об установлении налоговых преференций по некоторым видам предпринимательской деятельности. Агентство в своем составе содержит подведомственные предприятия. Если раньше были другие фонды и так далее, они были заранее еще 5-6 еще раньше созданы, то наша организация, государственные автономные учреждения Центра поддержки предпринимательства, является как бы новой организацией, подведомственной этому агентству. В завершении семинар-совещания исполняющий обязанности начальника отдела мониторинга Ахмед Абдуразаков отметил, что создан совет предпринимателей, который формирует благоприятные условия для эффективной деятельности предпринимательских структур Республики Дагестан. Как отметили инициаторы встречи, цель мероприятия достигнута. Продолжу, что в плановом порядке подобные встречи будут проводиться на систематическом уровне. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».